Вот что страшнее, душевная боль или физическая? Тупой вопрос, поэтому именно я на него отвечаю. Дурацкое сравнение, но все-таки вот если подумать, а вот роды, они сравнятся с самой тяжелой душевной болью? Тупой тоже вопрос, но я знаю, что не сравнится с болью во время родов. Это моя боль, когда мне на зуб нижний попадает мороженое, причем в большом количестве. Вот это пиздец, у меня просто рожа такая. То есть мне говорят что-то, а я не, они не понимают даже, что со мной. В этом выражении лица у меня все, и страх, и гнев, и боль, и отчаяние, секс, запор тоже там все, вот в этом вот выражении лица, все ужасно. Даже женская боль во время родов не сравнится с этим, вы поймете, вот женщины среди вас наверняка будут рожать, многие понимают, о чем я говорю, они поймут, в смысле, о чем я говорю, они будут сидеть рожать, а там, у них там все разворотило, пытаются вытолкнуть, давай, давай, вот это. И вот они пытаются родить, и с них, и с вами рядом красавчик муж вас, там, Василий пускай, я Игорь, кстати, ваш муж. Я такой, давай, дорогая, мы вместе родим с тобой, я тебе помогу вытолкнуть этого засранца. И начинает помогать вам как-то, я не знаю, как это происходит, правда. И в этот момент вы просто выкрикиваете, да, теперь я понимаю, каково тебе есть это мороженое. Мужик просто в ахере думает, что она несет. Ну, может быть, во время родов там мозги тоже крутятся вот так вот, 360 градусов, и всякое высирает не только ребенка. Да, Игорь! Он думает, какой Игорь, я не понял. А если вы еще будете рожать и возьмете в этот момент мороженое в рот, вот это все, никто этого не испытывал, ну, на зуб. Да. Хотя у вас, может быть, здоровые зубы. Так что никто этого не испытывал.